Вуди Аллену, которого я лично выделяю для себя некие три этапа. А самый ранний – это конец 60-х и до 80-х годов. Это такое дороковаляние, Стебалово такое однозначное. Вот, как над русской классикой, там Достоевский, там, я не знаю, там Толстой, так и над американской классикой и вообще над социальной жизнью общества. То есть утрирование неких ситуаций, такие фильмы, как «Зелик», например. Следующий этап его, гораздо большей степени лично для меня, Вуди Алленовский, это фильмы типа «Разбирая Гарри», то есть это до 2000-х годов. То есть это показ нью-йоркского евротика, кстати, тоже, со всем комплексом проблем, которым живет этот человек. Да, эти вечные сомнения, эти вечные попытки, если говорят о писателе, начать уже наконец писать книгу, эти вещи, вечные самокопания, да. И последний, третий период жизни Аллена как режиссера, который начался с фильма «Матчпоинт», продолжился «Викой Кристины Барселоны», и вот сейчас приходит к тому фильму, о котором мы собрались поговорить. Это некий уже другой этап, гораздо более, на мой взгляд, менее интересный, не совсем алленовский, а просто голливудский, некая мелодрама нам демонстрируется. И вот именно то обстоятельство, что римские приключения возвращают нас к среднему, ко второму периоду Аллена, то есть к тому, что снимал именно он, да, вот с этими штучками. Ну, я только хотела возразить, а как же столько Стёба, как же, именно здесь он вернулся к себе самому, поэтому этот фильм лично для меня гораздо более интересен, чем и «Вика Кристина Барселона», и «Матчпоинт», которые просто голливудские фильмы. Здесь я скорее поддержу, Саш, тебя, потому что чувствую примерно так же, не настолько хорошо знаю Аллена раннего, но «Вика Кристина Барселона» однозначно мимо меня прошел фильм. То есть, ну, я не понимала восторженных вот этих очень много, я слышала, я его посмотрела намного позже, чем мое окружение, намного-намного позже, чем он вышел, и осталась равнодушна, это мягко сказано. Некое недоумение. Абсолютно, да. Собственно, Вуди Аллен и странно, да. И посмотрев «Римские приключения», я потом еще позволила себе такой анализ отзывов зрителей, которые я слышала, то, что говорили сидящие рядом со мной, выходящие из зала. Потом я так поспрашивала у друзей и почитала рецензии людей обычных, которые оставляют на афише, таких небольших, может быть, заметок, и поняла, что, наверное, ну, с кем-то рифмуюсь, с кем-то не рифмуюсь, но есть одно слово, которое я хотела бы обсудить, да, вот, когда говорят о фильме вот, «Римские приключения», многие упоминали его чаще, чем другие, скучно, вот, многим было скучно, мне не было скучно, для меня этот фильм был, ну, может быть, местами где-то куда-то проваливался из каких-то, ну, то есть он неровный, в плане просмотра он какими-то для меня пошел волнами, но это было не скучно точно, это было местами увлекательно, местами стебно. Возможно, разнящееся чувство юмора не позволило кому-то оценить. Возможно, но оно действительно специфическое. Возможно, кто-то просто не понял того, как, что хотел сказать режиссер. Но для меня это фильм интересный, однозначно. Вот как-то ну, так. Ну да, я соглашусь с тобой. Я думаю, что люди, чье мнение тебя немножко удивило, да, вот это непонимание того, что хотел показать и что показал режиссер. Вот, оно просто выдает в них людей, ну, для которых Вуди Аллен это не их режиссер. Они не понимают. Ну, как не все, например, понимают юмор. Конечно. И он вообще разный. Да, поэтому да? Один и никто не лучше, не хуже, все просто разные. Да, да, я не могу сказать, что этот юмор, он мой на 100%. То есть то, что я готова там всегда смотреть и слушать, то есть он не близок мне, может быть, очень сильно. Но это понятно, то, что он говорит и как он это делает, мне было очень понятно. Это римские приключения, да, там много Рима, много вот этих красивых улочек. Многие говорят о том, что сохранен вот эта передана атмосфера,
И это одни картинки, и все. Я не согласна. У меня это тоже присутствует. То есть мне понравилось, как показан город, но помимо этого, мне кажется, там очень много вещей, о которых можно поговорить. И вот одну из тем для обсуждения мы нашли буквально вчера. Это сюжетная линия героя обычного служащего, какого-то менеджера, которого вдруг ни с того ни с сего, клерка, да, семейного, с двумя детьми, с женой, обычного, это такого римлянина, которого ни с того ни с сего в одно прекрасное утро, да, атакуют журналисты. Тем, кто не видел фильм, может быть, стоит сказать пару слов об этой сюжетной линии. Журналисты атакуют, как атакуют звезду, тут же человека сажают в машину и везут, объявляя, что у него утренний эфир на канале, ну, аналог нашего какого-то новостного известного канала. Там его, посадив опешившего перед камерами, спрашивают, а что вы сегодня ели на завтрак и как вы бреетесь? После этого отпускают и устраивают овацию, говоря, что все было чудесно, прекрасно, вы хорошо смотрелись. Ему не дают прохода несколько дней. Ему не дают прохода. И он не понимает, чем он не понимает, что вообще происходит. Причем я, например, ждала, что придя домой или там столкнувшись с кем-то, ему наконец-то дадут какую-то газету, где написано то, что он не знает. То есть он же сделал что-то, там, выиграл лотерею, он стал миллионером, он совершил что-то, что сделало его знаменитым, и в итоге сейчас вот-вот-вот, я была в ожидании, сейчас нам раскроют, собственно, карты и покажут, почему этот человек пользуется таким пристальным вниманием. Но все вышло для меня, например, гораздо веселее и неожиданнее. Пресса переключается на другого человека. Одна из журналисток, вдруг повернув голову, кричит: «Ой, а этот еще интересней!» И все. То есть фишка в том, что ничего человек не сделал и не совершил, и причина такого пристального внимания, она никакая. И в этом как раз и прелесть того, что случилось. А почему эта тема вдруг вчера возникла параллельно с темой другой программы, уже нашей российской, которая очень обсуждаема сейчас в социальных сетях? Это программа, которую не хочется рекламировать, но с другой стороны... Не рекламирую, просто говоря. Да, я не в качестве рекламы, не обязательного просмотра, но это НТВ-шная «Луч света». Здесь, что мне понравилось, я хочу сказать, что это такой стёб в названии, при том, что «Луч света», «Света» имя ведущей, «Света» — это та девушка из Иваново, которая своей маленькой дурацкой репликой во время выборов собрала там, как она утверждает, 5 миллионов просмотров на Ютубе, и сейчас ее пригласили вести такую программу, сделав под нее, дав ей эфир, сделав под нее вот такой формат, и назвали программу «Луч света». Девочка из Иваново, ну, здесь, не знаю, много, в одном названии даже много каких-то таких стебных моментов, если вы не слышите, то я их слышу. И дискуссия, которая вокруг этого развернулась, она, на самом деле, мне кажется, она даже много ветвей имеет, много ответвлений, но вот мне понравилась вот эта аллюзия с человеком из римских приключений, клерком, и этой девушкой. Понятно, что они немножко отличаются, но мне кажется, параллелится очень неплохо. Согласен, нет? Ну, ты хочешь об этом поговорить, да? Вот об этом. Уже не столько о фильме, сколько вот о том, кто может явиться звездой в нынешнем обществе. Да. И мне кажется, и что Ален, его гениальность в том, что он как раз вот таким способом, может быть лобовым, может быть привитивным, но он нам говорит о том, что в нашем сегодняшнем обществе это никто. Ну, просто... Нет? Да, Ален несколько утрировал, он довел, как обычно, до совершеннейшего абсурда. Абсолютно. Когда автор, когда сама звезда не понимает, почему она звезда. Абсолютно не понимает. И все это в отличие от Светы, который хочет быть звездой, и весьма прагматичной, как мы выясняем, девушка, которая знает, что делает. В отличие от героя Вуди Аллена, который вот... вообще не понимает. Ждем. В отличие от героя Вуди Аллена, они еще раз запустят, мне кажется, как в прошлый раз. Увы, это, как говорится, кафешные нюансы.
которых не избежать. Все? Нет? Что? Думаешь, не запустят. Там дама выбирает кофе, давайте. В отличие от героя Вуди Аллена, который искренне не понимает, почему к нему приковано столь пристальное внимание. И вот не хочет этого, по большому счету, поначалу. Да, вот именно, что, во-первых, поначалу, а во-вторых, там есть завершение сюжета, когда этот клерк спустя буквально там полдня или день после того, как все отстали, и он действительно видно было, как он мучается этим вниманием. Простой человек, ну, не хотел он этого, и плохо ему было от этого внимания, но он начинает поэтому скучать дико, и у него случается такая истерика на улице, которая, в принципе, выглядит как истерика сумасшедшего, который кричит, снимает штаны, говорит, что я приехал. Который хочет внимания. Он хочет вернуться к этому, потому что Это вот эта слава, это потому что это классно. Это классно, да. Это классно. И мы типа все да, хотим этого. Так или иначе хотим. Ну, вот это Вуди Аллен. А наша сегодняшняя действительность и канал НТВ, на мой взгляд, Саш, вот здесь я поспорила бы, потому что мне кажется, что эта девушка, она хочет славы вот именно так, как мы все этого хотим. Она не прагматично, она не хотела и не хочет этой славы так, чтобы шагать по ступенькам карьерной лестницы, просто у нее не хватит для этого, ну ничего не хватит у нее для этого, не хотелось бы какие-то слова говорить оскорбительные, я попытаюсь объяснить свою позицию. Я думаю, ты просто не в курсе. Позицию. Я могу быть не в курсе, но я скорее хочу... У тебя мало информации относительно девушки Светы. У меня до какого-то момента было тоже мало информации, пока мне следующие люди не рассказали, что это далеко не первый ее эфир, что она была в программе у Минаева и прочее, прочее, прочее. Что девушка, я подчеркиваю, знает, что она хочет и знает, что делает. Это уже не та Света, которая, может, была вначале наивная и прочее, прочее. Уже не совсем та. Поэтому, строго говоря, так некорректно говорить, что это только наивная девочка и все. Если принять тот факт, что есть доказательства от того, о чем ты говоришь, то тогда, конечно, моя идея и мои параллели, они не будут работать. Но я как раз пыталась говорить о том, что вот у меня впечатление сложилось, что это такое обычное, я не подберу русского слова, это реалити-шоу. Вот это выдернутая из массы девушка, да. Абсолютно брошенная. Ну, скажем так, это могло быть. Вот если говорить об этом, как я это поняла, да, не знаю, там, не располагая информацией, или сейчас просто не проверив ее, не веря в нее, вот выдернутая из толпы девушка, коих у нас очень много, естественно, ей надо просто, единственное, что надо, отобрать кадры, где она забыла про камеру, и она сама собой, вот она есть такая, какая она есть. Вот я, ну, как-то, конечно, включала когда-то «Дом-2», вот они там себя ведут абсолютно, поэтому мне это скучно, поэтому мне это неинтересно, поэтому никогда не смотрю. Потому что это не твоя программа? Это абсолютно, не моя тема смотреть на то, как люди живут вместе. Да. Но есть аудитория большая, которым это интересно. Вот 96% населения. Как раз для этой аудитории вот эта новая луч света. Да. О, это наша подружка, вот такая же, да, как да, из, там, да, из Кемерово, да. Из любой город, да. Назовите меня. Девчонка, которую бросили, были такие уже проекты. Они чуть-чуть отличались, они по-другому изготавливались. Да, они, там, у нас масса каких-то и купленных, и наших в меньшей степени, идут таких программ, которые я не смотрю, ну, по определенным, ну, не нравится. Мы не говорим сейчас, да. В этом эфире мы не говорим про себя, в данном случае. Да, есть масса программ, там, звезда берет под крылышко и опекает какую-то девушку. Это почти все телевидение. Да, ну, вот их масса, и это еще одна такая программа, поэтому для меня было не очень понятно, почему столько шума и крика. Может быть, этот шум и крик и такое внимание к этой программе связан с какими-то побочными ветками, о которых можно еще поговорить, да? Но замкнуло меня именно вот этот момент, что, как я думаю, такое реалити, девушка, которая хочет, но в ее сознании нормальная абсолютно, молодая девчонка, а кто из нас не хотел, да, со звездой, ой, она каждый раз вздрагивает там, видя знакомое лицо из телевизора, и это эксплуатируя, авторы программы сделали то, что сделали. Ну, оценки давать этой программе, наверное, не тема нашей. На мой взгляд, это абсолютно заурядный, обычный шоу-проект, абсолютно, который не согласна. Мог не родиться, и говорить, что о нем больше шума, чем о другом, я бы не стал, потому что очень трудно вообще измерить
уровень шума. Да, ну здесь чуть больше, скажем, политической составляющей, да, может, которая сама по себе раньше была очень, очень обширна, да, и шумна. Поэтому часть этого бросает некий отсвет на то, почему насчет луча света так шумят. Ну, хорошо, чуть больше шума, это не важно. Ну, возвращаясь к фильму, да, ну, свету оставим. Возвращаясь, да, к фильму, я хочу сказать, что для меня этот фильм в значительно меньшей степени о Риме, чем о стереотипах, которыми живет общество. Что это прекрасная история с вокалистом, с певцом. Да, шикарно. Это же параллельные темы. То, что мы все поем в душе, да, так или иначе. Просто 5% из нас в душе поет очень правильно, выводя нотки. И перенести эту ситуацию в театр, принести кабину в душе, где человек... Это прекрасно, это и есть Вуди Аллен. Это работа с мифами, стереотипами. Это другой взгляд на это все. И это совершенно прекрасно, потому что вот в этом вот есть Вуди Аллен. И я тогда очень рада, что я посмотрела именно этот фильм, мне, видимо, повезло, потому что я в восторге была от вот, да, этого. Да, это какой-то, я бы даже сказал, новый Вуди Аллен, потому что Вуди Аллен, например, моего любимого периода, когда вот эти вот, он показывает жизнь городского невротика, да, вот эти бесконечные самокопания, эти странные ситуации возникающие, они не абсурдны, в отличие от человека, поющего на сцене. А здесь абсурд доведен до какого-то... Да. Да. Когда это непонятно, смеяться или нет. Это немножечко Тарантино, чуть-чуть Тарантино, другой стороной, да? Но и невротик остался. Остался, да, герой. Да, невротик остался. Который летит в самолете. Да, и, вот, да, и вообще, фильм, честно говоря, для меня Вуди Алленовские фильмы без Вуди Аллена не вполне Вуди Алленовские фильмы. Угу. Потому что он, исполняя, как правило, главную роль, там супер уместен. И вообще, ну, это та история, когда писатель все свои книги пишет про себя все равно. Это тот самый случай, когда режиссер снимает о себе. Потому что стоит ему перестать это делать, что-то нарушается. Что-то происходит. Еще есть там один момент, который, как я прочитала, очень многих возмутил. И меня поразило, знаешь что, обилие таких гневных реплик в адрес героини, которая с актером попадает в отель. Значит, молодая пара случайно разбегается в разные стороны. Молодой муж должен представить свою супругу родственникам. Так получается, что вместо нее вынужден представлять проститутку. Вот этот момент как-то так оставил мало комментариев. А момент, как молодая супруга, случайно знакомясь на улице с известнейшим там каким-то ее кумиром-актером, попадает с ним в отель, и у нее дилемма, переспать с ним или не переспать. И вот здесь почему-то я прочла, ну, может быть, не почему-то, много гневных мужских, наверное, большей части, но не только, откликов о том, что, ах, все женщины такие, вот, дальше понимаете, какие слова называют. Для меня это было смешно, правда, Саш, я также отреагировала. Ну, это, конечно, смешно. Потому что я была в восторге от этой сцены, от ситуации, когда она стоит, вот как бы, перед ней дилемма, и она озвучивает ее просто гениальной фразой, которую я утащила к себе. Лучше переспать с ним и потом пожалеть, чем не переспать и пожалеть. По-моему, это шикарно. Абсолютно логично. Абсолютно логично.